В Туве снизилось количество отказников от бесплатных лекарственных средств из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения республики. В 2017 году от них отказалось 48,5% от общего количества льготников. Отмечается, что несмотря на снижение количества отказников, ситуация остается удручающей. Отказы имеются среди всех категорий льготополучателей. Льготники объясняют отказ тем, что в лекарствах не нуждаются, либо имеют общие заболевания и стоимость необходимых им лекарств ниже размера денег компенсации. На практике это не всегда так. Лекарственные средства, приобретаемые органами исполнительной власти для одного льготника, нередко в сумме превышает размер денежного эквивалента. Отказ федеральных льготников от набора социальных услуг приводит к уменьшению возможностей обеспечения необходимыми лекарственными препаратами детей до 3 лет, беременных женщин, хронических больных, пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии, до ввода их в федеральный регистр, а также пациентов с редкими заболеваниями. Это связано с тем, что отказники обеспечиваются лекарственными препаратами из республиканского бюджета. Если ранее льготниками был сделан выбор в пользу денежной компенсации и опыт был неудачным, то восстановить право на получение набора социальных услуг на 2019 год можно до 1 октября текущего года, обратившись с заявлением о возобновлении в региональный пенсионный фонд.